一笑，惊动时间的线条，月色里露出千年一角，天涯外长浪浮现，我在余光中仿佛看见我们在哪儿。也曾像一朵花开，相遇在光阴流上的戏外，也曾痛在Так мы полюбили друг друга. Но предубеждение людей ко мне так и осталось. Наши с ним отношения люди не принимали. Чтобы избежать пересудов, Жучу отказался от своей славы, от положения и всего, что было в долине цветов. Он ушел со мной жить в уединении в горах. Мы, как обычная пара в мире смертных, каждый день готовили еду. Хотя жили мы просто, но счастливо. Если тебе нравится, я готов всю жизнь завязывать тебе волосы. Но счастье длилось недолго. Наше уединенное место, в конце концов, нашли укротители демонов. Мы с Жочу бежим. Ранили многих укротителей демонов. Так все и вышло из-под контроля. Зачем ты меня остановил? Если ты их убьешь, действительно станешь злодейкой, как они и говорят. Надо было бездействовать? Позволить им убить нас? Жочу, сейчас мы с тобой по разные стороны. Нам хорошо было вместе. Но тебе не нужны неприятности. Потом я услышала, что наставник Жочу умер во время путешествия по миру смертных. Он был так опечален, что тайком вернулся в долину цветов. Я ждала его снаружи. Думала, он не может расстаться с долиной, поэтому не возвращается. В душе я готовилась к худшему. Но он все же вернулся. Он сказал мне. Цинер, раз правила царства бессмертных так сковывают нас, давай отбросим их. Я знаю одно место, хотя там ничего нет. Но там мы сможем жить вместе. Ты пойдешь со мной? Нинжочу, послушай. На земле и под землей, в любой точке мира. Я буду там, где будешь ты. Я нашел одну древнюю магию, которая называется формированием 10 сторон. Под предлогом того, что я хочу запечатать тебя, я попрошу помощи у других 9 укротителей. Когда я тебя запечатаю, я скажу, что отправляюсь в путешествие по миру. А сам тайком войду к тебе в формирование. И тогда мы будем жить в формировании, и никто нас не побеспокоит. В формировании я построила маленький домик. Обустроила его так же, как и наш старый домик.
Прошел день, месяц, сезон. Прошла весна, потом лето. Прошла осень, опять зима. Прошли тысячи лет, но он так и не появился. Тысячи лет в плену, тысячи лет ожидания. Он обещал мне. Почему он не пришел? Почему он до сих пор не пришел? Уходим. Скорее. Ты в порядке? О чем думаешь? Все оказалось не так, как я думала. Оказывается, изменник, о котором говорила Цинзы, и есть Нинжочу. Я тоже слышал. Но Нинжочу называют святым ученым в долине цветов. Его уважают потомки за то, что он пожертвовал жизнью и запечатал синюю птицу. Он стал для всех великим героем, победившим ее. Цинзы так ждала его. Но все это было обманом. Хочешь сказать, Нинжочу предал Цинзи? Но в книгах «Долины цветов» ничего не написано про роман Цинзы и Нинжочу. Возможно, Нинжочу с самого начала обманывал ее. Но сейчас Нинжочу уже мертв. Кто может узнать, что он тогда думал? А ты бы на месте Цинзы поверил снова Нинжочу? Конечно. В отношениях стоит раз обмануть, и доверие вернуть невозможно. Я имел в виду? Думаю, что Нинжочу возможно... Нинжочу! Пусть твой долг вернут ученики долины! Плохо дело. Она просто воплощение. Но она из династии фениксов. Даже если у воплощения лишь часть ее силы, мы не уйдем отсюда. Оставайся здесь. Я отвлеку ее, а потом ты попробуешь выбраться. Что ты задумал? Я скажу ей, что случилось с Нинжочу. Она должна знать правду. С ума сошел? Ты видел ее состояние? Если ты скажешь ей, что Нинжочу ее предал, она убьет тебя на месте. Нинжочу не предавал синюю птицу Луаняу. Наверняка у него были причины нарушить обещания. Влюбленные не обманывают друг друга, как и мы с тобой. Чаны, не всегда. На самом деле все не так, как тебе кажется. У людей на суше много желаний и сомнений. Влюбленные лгут друг другу. Я знаю, что на суше не всегда говорят то, что думают. Неважно, что говорят люди. Но на самом деле им трудно скрыть то, что у них на душе. Он прав. Если бы Нинжочу не любил Цинзы, он бы не носил ее ленту. В видении Нинжочу получил удар от укротителей демонов. Наверняка он был ранен. Может, активируя формирование, он что-то сделал не так? Но он знал, что ему недолго осталось, и предпочел остаться снаружи. Чаны, ты совсем не глупый. Ты видишь больше других. Сейчас я поняла, что ей нужно. Давай я ей скажу. Давай я. Приближаться к ней опасно. Я ученица из его учеников. И я должна вернуть его долг. Но... кажется, мне нужно предстать перед ней в другом обличии, а не в этом. Кем же ты хочешь притвориться?
Ты кто? Это я, Нинжочу. Цинер. Можно подойти? Почему ты пришел только сейчас? Ты обещал, что будешь со мной. Я так долго тебя ждала. Прости. Но я знала, что ты обязательно придешь. Где ты был все это время? Я был очень далеко. Поэтому и не смог прийти. Но я всегда думал о тебе, Цен-Эр. А может, ты опять меня обманываешь? Ты все еще носишь ее? Я был в холодном месте. Боялся, что забуду тебя, поэтому повязал ее на запястье и никогда не снимал. Я очень хотел прийти к тебе, Цинер. Это воплощение или сама Цинзы? Всегда в душе думала, сколько бы времени ни прошло, что Нинжочу придет к ней. Поэтому здесь уже не важно, кто ты, мужчина или женщина, она все равно узнает в тебе Нинжочу. Она видит не этого человека, а хочет верить, что это Нинжочу. Тысячи лет одиночества породили обиду и злобу, но эти эмоции можно было развеять одной лишь фразой. Жаль, я не могу устроить ей встречу с настоящим Нинжочу.眉梢眼睛都是雨，眼前沧海的一滴。时光如梦，盘旋成了林，银河泛起涟漪。Твоя песня управляет водой? Я тебя дождалась. Прости, я опоздал. На самом деле, я всегда был здесь. Я знала. Теперь я пойду к тебе. Отныне горный пейзаж на горе Лэйю навсегда принадлежит только тебе и мне.
большехвостая рыба. Если вода сейчас уходит, значит, открылся проход. Это формирование умирает. Нужно выбираться отсюда. Прыгать. Когда выберемся, куда мы пойдем? Я полагала, что еще успею подумать над этим. Не ожидала, что времени не будет. Ты боишься, что мы расстанемся, когда выберемся, как и они? Будущее неизвестно. Я сама не знаю. Давай используем магию и решим. Магию? Мы научились этому у смертных. Это простое заклинание. Решение принимается жестами рук. Мы посоревнуемся. Я научу. Я досчитаю до трех, а ты выбери любой жест из тех, что я показала. Раз, два, три. Я победила. Что это значит? Это значит, что ты идешь со мной. В любом случае, мы не расстанемся. Раньше я думала только о том, как сбежать из долины цветов. Ради этого я много вынесла, от многого отказалась. Я думала это все ради свободы, но только сейчас поняла, что не в этом смысл свободы, не в этом смысл жизни. Я не хочу, как это воплощение, жить прошлым. Что бы мне ни принесло будущее, мы пойдем в него вместе. Хорошо? Хочешь сказать, что бы ни случилось, мы всегда будем вместе? Отныне больше никакой лжи. Навсегда вместе. Навсегда. Ты отдал мне свою жемчужину? Это знак нашей любви и мое обещание тебе. Русалки всегда так просто отдают свою жемчужину. Или ты начитался странных романов? Странных? Это ведь ты сама и дала мне их. Я тебя научила плохому. Боишься? С тобой вместе я ничего не боюсь. Что за песню ты поешь, когда управляешь водой? Песню русалок. Она восхваляет свободу. Самое время спеть эту песню. Скоро мы будем свободны. Ценер! Ты слишком много пьешь. Ты давно умер. Ты давно умер. Нинджочу! В ловушке я придумывала тысячи вариантов окончания нашей истории. Тысячи способов отомстить. Ради этого я жила. Но и представить не могла, что ты уже умер. Это было жестоко. Взять и вот так умереть.
Я даже убить тебя не могу! Ради чего тогда я жила эти тысячи лет? Зачем? Ради чего я жила? Говори, какие у тебя отношения с Лишу? Когда я тебя принесла, ты ничего не ела, не пила и не говорила. Я решила, ты хочешь умереть. Теперь я вижу, что ты не такое уж и ничтожество. Кто ты ему? Почему он готов умереть ради тебя? Он обязан мне жизнью. Сейчас он вернул мне долг. Тебе какое дело? Он вернул тебе долг? А как же я? Зачем вы впутали меня в ваши дела? Значит, ты хочешь меня убить? Ты хочешь отомстить за Лишу или принести мою голову на блюдечке долине цветов? В нынешних обстоятельствах разве ты можешь вернуться и быть укротителем демонов? Отомстить за Лишу? Кто я ему? С самого начала все это было ложью. Встреча на пике Цюнлин – ложь. Каждый день вместе – ложь. Все его сладкие речи – тоже ложь. Все оказалось ложью. И все это из-за тебя! Здраво оценивай свои силы. Так убей меня! Знаю, я не смогу тебя убить. Но это не ты меня обманула. Если бы Лишу был жив, я бы порубила его на кусочки! Но он уже мертв. Даже ничего не объяснил мне. Просто взял и умер. Я была слепа. И поделом мне. Я заслужила наказание. Но почему он закрыл меня от удара? Он даже своей смертью хотел меня обмануть. Я не могу любить его и ненавидеть тоже не могу. Мне это было не нужно. Я не буду ему благодарна. И тем более не прощу. Сколько от тебя шума? Наконец-то мы выбрались. Большехвостая рыба. Сладко тебе спалось, защитник Цзы? Почему я опять здесь? Хорошее место ты выбрала. Для себя и для Тритона, чтобы выбраться. Как раз выскочили из пруда главы долины. Глава чуть в обморок не упал.
и приказал доставить тебя сюда. А ты не знала, что этот пруд – один из центров формирования 10 сторон? Почему ты смеешься? Смешно до слез. А я-то думала, увидела свет. Не думала, что это просто мимолетный проблеск. Чан. Где Тритон? Тритон? Самоотверженно тебя защищал. Его схватили. Сейчас он в пещере с Эго. Что с ним будут делать? Лучше побеспокойся о себе. Во время хаоса с формированием Саньюэ предательски сбежала. Лишу погиб. Никто не наказан. Глаза всех прикованы к тому, что ты с Тритоном сбежала из долины. Лучше подумай, как себя оправдать. Глава. Дзиюньхэ – защитник и должна защищать Долину Цветов. А она, воспользовавшись сражением синей птицы Луаньяо, хотела сбежать с Тритоном. Это непростительный поступок. Глава, накажите ее за нарушение правил. Глава, накажите ее за нарушение правил. Юньхэ, как ты это объяснишь? Вот же старый лис. Если я признаюсь, то не смогу укрощать Тритона и больше его не увижу. А буду отрицать, Чаны обвинят в побеге, и он получит наказание. Глава, я невиновна. В тот день я участвовала в битве с птицей Луаньяо. Когда Лишу разрушил формирование, я увидела свет в пещере Сыгу. Я испугалась, что Тритон сможет сбежать, и сама попала в формирование. Это просто отговорки. Конечно. От битвы с синей птицей зависела репутация долины. Но если бы Тритон сбежал, репутация также пострадала бы. Очевидно, что справиться с синей птицей в одиночку я бы не смогла. Но остановить Тритона я могла бы и сама. Защитник Дзи, вы правы. Не ожидал, что защитник хоть и молода, но среагировала быстрее, чем мы. Это похвально. Она надежда долины цветов. Я думаю, что ты все врешь. Скажи мне, если бы защитник не была в сговоре с Тритоном, стал бы он так самоотверженно ее защищать? А что в этом плохого? В украшении демонов главное уметь читать их сердца. Вы все видели темперамент Тритона. Я просто поменяла методы для его приручения. Теперь это стало моей виной? Ты права. Хочешь сказать, тебе удалось полностью подчинить Тритона? Почему он до сих пор не заговорил? Сколько можно тянуть? Что будет, если мы не выполним приказ бессмертной Шуньде? Это мое упущение. Готова к наказанию. Ладно. Предлагаю выпороть ее кнутом красный хвост 20 раз в назидание другим. Негодяй! Я негодяй! Но всем необходимо строго следовать правилам и законам. Я готова. Не надо ее бить. Вот это да, Тритон и правда заговорил. Защитник Дзи говорила правду. Да. Чаны, как ты? Все в порядке. Цюсяусин, зачем ты привел Тритона в такой момент? Глава, Тритон только что заговорил в пещере Сыго. Я не мог сам принять решение, поэтому привел его. Чтобы узнать правду, лучше всего публично расспросить Тритона. Говори правду, если хочешь избежать боли. Что в тот день произошло в пещере Сыго? Как ты сбежал? И почему защищал Цзи Юньхэ? Я случайно упал в формирование 10 сторон. Она меня спасла. Я ей благодарен. Так что у вас нет причины ее бить. Тритон все объяснил. Мне все еще грозит наказание кнутом. Поздравляю, глава. Первое желание бессмертной Шуньде исполнено. Защитник справилась. Отменяю наказание.
Вы мудры, глава. Поздравляем вас, глава долины. Сяосин, уведи Тритона, глаз с него не спускай. Идем. Не ожидал, что он так тебя слушается. Глава, у Тритона непокорный нрав. Его нужно приручать лаской. Прошу позволить мне впредь, когда я общаюсь с Тритоном, иметь право всех выгнать или попросить прекратить пытки. Я согласен, если это поможет исполнить желание бессмертной Шуньды. Благодарю, глава. Юньхэ, иди сюда. Ты справилась с укрощением Тритона и заслужила награду. Гадкая Юньхэ, ты не пришла навстречу! Лоло, зачем ты вернулась? Кто бы тогда о тебе позаботился? Я знаю про Сэньюэ и Лишу, здесь нельзя оставаться. Я заберу тебя из долины, даже если придется тащить. Лоло, я не могу уйти. Чаны в пещере Сыго. А как же наш волшебный остров? Ты отправишься с Тритоном? Восточное море? Цэнь Лань опять тебя мучил? Давай. Прими противоядие. Глава просил передать, что это пилюли охлаждения. Принимай их осторожно. Это же только усугубит мороз! Вы... Глава знал, что я приду. И положил подделку. Раз он давно все знал, зачем тогда подыгрывал мне? Нельзя было сразу меня убить! Клинок еще не остер. Нельзя лишаться точильного камня. Глава прекрасно знает обо всем, что ты делаешь. Он сохранил тебе жизнь и место защитника. Так что ты должна быть ему благодарна. Чего вы добиваетесь? Глава просил напомнить, хоть Тритон тебя слушается. Не забывай, кого должна слушаться ты. А пока подумай о своем поведении. Глава,
Юньхэ упряма с самого детства. Она просто так не сдастся. Что делать со второй партией? Объясните, глава. Как там Хао Цин? Молодой глава ранен. Под домашним арестом ничего не предпринимал. Хорошо, идем навестим его. Да. Мы схватили Дзя Юньхэ и Тритона. Молодой глава, Тритон заговорил. На первом этапе вы проиграли. Отец, я осознал свою ошибку. Я буду больше стараться. Отец, прошу, не надо. Что не надо? Не надо ее наказывать за то, что она отняла у тебя заслуги? Хао Цин, Дзи Юньхэ смогла лаской покорить сердце Тритона. Теперь он ее слушается. Ты же можешь использовать это в своих целях, разве не так? Молодой глава, глава предложил план. Теперь вам осталось выиграть во втором этапе украшения. Я понял. Отец, в этот раз я тебя не подведу. Выпей лекарство, восстановись и пора действовать. Да. Я установила барьер в горе Лею. Руки долины сюда не дотянутся. Здесь я занималась совершенствованием. Отныне ты будешь сидеть здесь. Не беспокой меня. Я лучше умру, чем приму твою помощь. Я обещала малышу Лишу только забрать тебя из долины. Твоя жизнь меня не волнует. Я не буду тебе прислуживать. Но не забывай, что ты обязана ему своей жизнью. А нужна она тебе или нет, подумай как следует. Однажды я убью тебя. Сначала попробуй выйти отсюда. Он уже мертв. Даже ничего не объяснил мне. Просто взял и умер. Я не могу любить его. И ненавидеть тоже не могу. Да. Почему ты оставил меня жить одну? Любить или ненавидеть? Любой конец был бы хорош. Малыш Лишу, зачем ты отдал жизнь, чтобы спасти меня из формирования? В этом мире прошло тысячи лет. Нинжочу давно уже мертв. Я осталась одна. Никакого от тебя толку. Даже ты умер. Все меня обманули. Юньхэ, правда все будет в порядке? Ты сейчас смеешь спрашивать? Юньхэ всегда была предана и пользовалась благосклонностью главы. Если бы ты не вскружила ей голову, вряд ли бы она решилась на побег из долины. Ладно бы вам это удалось, но ничего не получилось из-за тебя, болван. Я не болван. Ты и есть болван. Я хочу ее видеть.
Положение Юньхэ в долине сейчас под большим вопросом. Сиди тихо и никуда не ходи. Я тоже виноват. Не смог вовремя вас встретить. Но кто бы мог подумать, что центром формирования окажется пруд в саду главы? Молодой глава. С сегодняшнего дня я беру на себя украшение Тритона. Но ведь глава уже пообещал Юньхэ. В долине цветов я слушаюсь только одного укротителя, и это Дзи Юньхэ. Дзи Юньхэ и правда способная. В конце концов, ты заговорил. Молодой глава, что вы задумали? Второй этап укрощения Тритона. Отрубите его хвост. Если я сам захочу, тогда ты сможешь забрать мой хвост. В противном случае я лучше умру. Мои双眼睛都是雨，眼前沧海的一滴。